Анонс и точно дата выхода 15 серии турецкого сериала «Жизнь, как она есть». 15 серия сериала выйдет в эфир 27 октября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как пока Сенгуль приближается к искомой истине, последний момент она теряет Неджата. Знание того, что кирдары на самом деле являются видимой частью этого дела, не очень утешает Сенгюль и Сади. Сенгюль, направляющийся за показаниями подозреваемого, оказывается в непредсказуемом месте. Аразу приходится столкнуться со своим прошлым, когда он меньше всего этого ждет. В ремонтной мастерской. Араз, познающий скрытые от самого себя истины, в одиночку отправляется за ответами на вопросы в своей голове. От внимания Тюркан не ускользает то, что Рыза держит свою дочь и Гизем подальше друг от друга. Тюркан предстал перед Рызой, лжет ему об отношениях между Гизем и Мертом, после того, что она узнала. Сможет ли Гизем скрыть эту ложь, которую ее мать рассказала Мерту? Хотя Мелек думает, что все в порядке. Слова, которые она слышит в споре с матерью, разочаровывают девушку, в то время как Айлин продолжает оставаться у Джана. Тема отдельного дома снова выходит на первый план с визитом Агуза. Напомним, 15 серия сериала выйдет в эфир 27 октября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.